Повернули направо от проспекта Республики на Строймарт. Там вот Новый микрорайон Шпагат, который построен на месте знаменитой Бесобы. Ну и проедем чуть дальше по этой дороге до старого аэропорта. Посмотрим, что здесь нового. Ну, Строймарт — это один из крупнейших строительных магазинов Казахстана. Между прочим, не только Караганды, конечно. 12 тысяч квадратных метров. Центр компании Строймарт здесь находится. А по всем городам несколько десятков магазинов. Вот какой-то фитнес-клуб, еще что-то строят. Непонятно пока. Казвин Курылыс. Ну, с левой стороны это дома, которые построены на взлетной полосе старого аэропорта. Слева метро. Магазин метро. Якобы там низкие цены за счет оптовых покупок и продаж. Ну вот здесь слева осваивают, помимо домов, еще кафешки. Ну там вот детский садик должен быть. А справа тоже интенсивное строительство, вот многоквартирный жилой комплекс Улытау. Этот уже дом заканчивают. И справа сейчас, наверное, увидим прокуратура. Вот здесь прокуратура спряталась. Районы Казыкбек-Би и, по-моему, областная. Вот такой получается микрорайончик. Торговый и жилой, и со своей прокуратурой. А вот то, что здесь справа, пока не совсем понятно. То ли детский сад такой, вроде там и бассейн, то ли школа еще строят. И дальше строят, и туда будут строить, и там строят. В общем, в сторону Майкудука идет город. Гульдер с Майкудуком будет соединять. Так, как бы мне проехать? На мигающий, чтобы не стоять. Все, проехал. Вот дорога на Майкудук пошла. Справа вот дома строят, это тоже тянут Майкудуку от Гульдера. И здесь что-то строят, буквально же недавно ничего здесь не было. Ну вот эта дорога, получается, от Гульдера нас выводит сразу на дорогу объездную на Майкудук. Вот буквально тут километр два, и мы выйдем на эту трассу. Ну сейчас, наверное, доедем. Справа где-то там голубые пруды, и чуть впереди, вон там уже восток виднеется, и микрорайон голубые пруды, точнее голубые пруды. Вот так, собственно говоря, и дорога идет до Майкудукской объездной. Вокруг все это застраивается. Вот выезжаем с этой дороги от юго-востока на Майкудукскую объездную. Это машины из города идут. А мы с юго-востока. Ну и дальше до самого Майкудука.